Всем привет! В общем, у нас первый день, мы выспались и идем какими-то окольными путями, ищем отель, в который заселилась наша подруга. Таксист сказал, что это главное. Ну, в общем, по дороге, а не по набережной. Сейчас найдем ее и пойдем уже. Сегодня мы хотим просто к моречку купить много хлебок, покормить чаек и на берегу где-нибудь вкусно покушать море. Наконец-то мы нашлись! Ура! Да. Послушайте море. Море? Та-та-та! Море, малышка моя. Давайте. А горд, давайте горд. Горд. Ну много камушек. Мы так кайфуем. Ой, как ты хорошо сидишь. Камни просто горячие от солнца. Тихо только, в себя аккуратнее. Ой, я вот такой камушек. Туда найдешь. Дельфины, девочки. Где? Как вы видите? Вот они, дельфины, смотрите, вы видите? Девочки, посмотрите, дельфины. Вон они, троица. Боже. Нагулялись, сели в прекрасный веранда-бар. Я первый. Вино. Подруга примчала, ну что может быть лучше? Ура. Дальше. Посмотрите, какая красота. Сейчас мы по центру поставим. Вот это, наверное, заберу тарелочку. Да. Можно, конечно. Да? Давайте, чтобы она не мешала. Карина, а не выбегать. Тут приносят такие огромные порции. Мы что-то заказали и не подумали, что... Это уже суп мы поели. А где твои? У меня свет. Обалдеть. Всем доброе утро. Ты одна там или я с тобой там буду? Нет, к Мире туда. Что взял себе? Она ест салфетки. Вот эти варенички вкусные. Это с адыгейским сыром внутри. Я тоже хочу. Она ест салфетки. Пришли погулять, посмотрите, какие красоты, горы. Сегодня пойдем в Олимпийский парк. Всем привет! Тет-тет-тет-тет-тет. Вон Сочи парк, кстати. Вон, смотри. Увеличь там. Вон он, видно. Класс, вон. Да, факел, олимпийский огонь. Это мы так собираемся в Олимпийский парк. Встану, если ты встану, пойду на пенсию писать. Убежаю. Так, вот он. Сочи парк. Это Ренат будет для этих американских гор кататься. А мы идем в Олимпийский парк. Вот туда. Вот напротив нас образовательный центр Сириус, куда привозят со всего света гениев, детей-гениев. Так, мы подошли к Олимпийскому парку. Слушай, ну вот классно вот на этой парк прокатиться, да? Смотри, чтобы и горы, да, красиво. Огонь. Лицо,
обозрение. Это фиш что-то. Зэш, как это фиш что? Так, Олимпийский парк занимает 264 гектара. Сейчас мы находимся у стадиона Фиш, потом около, хотим пойти... И около трасс Формулы-1. Около трасс Формулы-1. Хотим пойти к этому, к огню. На Славы надо туда зайти тоже. На стену Славы. Везде хочется. Пришли к Олимпийскому огню! А вечером здесь будут какие фонтаны? Поющие. Поющие фонтаны. Тоже вам обязательно сниму. Вот трибуна Формулы-1. Это так круто, ребята. Это просто неописуемо. Что, получилось панорама? Ага. Доска почета. О, Марта Зайнуллина. Лыжные гонки наши. Григорий Мурыгин наш. Серебро Дмитрий Вицов, Агит Слэдж. Михаил Лысов, лыжные гонки. Здорово. Золото. Ну-ка, где? А, вижу. Немезова, Полухин, Вековцы, Кауфман, Коновалова, Михайлов, Ленина, Сюши. А где Фигуни? Так, это были параолимпийцы, а теперь все наши медали. Наши олимпийские чемпионы. Гордость берет прям, да? Виктор Ан, Григорьев, и все, иллюстратор. Все наши. Молодцы. Идем сфоткаемся сначала. Музей СССР. Back in USSR. Сейчас поедем на колесе обозрения. А потом обедать. Ну что, поехали? Поехали! Папе сейчас поможешь? Я боюсь! Мне в закрытых не так страшно. А тут он головой стукнет тебя, потому что... Ой, как классно! Это супер! Вам даже американские горки видно! А город такой, как видно! Да! Да, прям близко! А я не Дядечка, смотрите я на меня! Всем привет! Привет! У нас новый день, посмотрите на наши носы и щеки. Мы я все сгорели клоун, на я солнце. Клоун. Я, Рената, Арина, Мира. Ай! Вот так оно тут припекает. Вот, сегодня мы едем, держи, в Сочи. Хотим Ривьера-парк. Погода вроде тоже хорошая. Аккуратнее, Ариш, пожалуйста. Вот, сейчас я переключу на себя. В общем, вот так, это уже будет в следующем влоге. Наша поездка в Сочи, надеюсь, все сегодня получится, удастся. Да в любом случае, куда мы пойдем сегодня, я буду снимать в следующем влоге. Вот, подписывайтесь на мой инстаграм, там раньше выходят фотографии, видео в сторис, все быстрее в реальном режиме. Вот, спасибо вам, что смотрите, всех целую, обнимаю, до новых встреч, до новых влогов. Дочь, пока-пока, до новых встреч, скажи. Пока.